Массив Фламинго. Вот здесь бабушка хочет себе, очень хочет купить себе квартиру однокомнатную. Однокомнатная квартира стоит 2450. Это выход из подъездов в две стороны. То есть выход на одну сторону и на другую. С одной стороны парковка, с другой стороны. С другой стороны детская площадка. То есть если детская площадка, то уже никакой машины здесь не будет. Вот это вот как бы прогулочная зона. Там детская площадка. То есть я пошла